Коллеги, рядом со мной Ирина Ратина, организатор, основатель RetailTech. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, вы в представлениях абсолютно не нуждаетесь, поэтому нам очень нужно узнать ваше мнение. Как проходит RetailTech? Да, RetailTech действительно еще проходит. У нас еще около часа работы деловой программы. Но можно, мне кажется, уже сказать, прошел. RetailTech прошел мега успешно. Это оценка очень многих людей, которые подходили, благодарили нас за мероприятие, за качественный контент, за классных спикеров, за невероятную атмосферу общения. И мне кажется, нам опять удалось сделать то, что сделать действительно очень сложно на большом мероприятии, провести мегапрофессиональное мероприятие в очень теплом масштабе, в теплой атмосфере, в теплом таком общении людей и в ощущении, что вот здесь собрались все свои. А мы, как пресс-центр, видели спикеров, видели участников, в принципе, только нашего форума, и они поделились с нами своими впечатлениями, и от себя хотим сказать, что все с горящим взглядом говорили, насколько интересно в этом году, насколько животрепещущие вопросы обсуждались, при этом настолько полемика была бодрой и настолько позитивной, что все говорили, что форум – это чудо, что такое, и он должен быть. Вы знаете, в прошлом году, когда у нас проходил форум RetailTech, мы были первыми, кто разморозил общение после пандемии. И запрос на общение был настолько огромен, люди приходили, вот у нас в прошлом году было 2000 участников, люди не хотели надевать маски, люди не хотели как-то себя беречь, хотя тогда еще действовали какие-то правила, они приходили общаться. Но если вот сравнивать этот год с прошлым, сейчас людям тоже очень тяжело. Они тоже, люди, которые к нам пришли, не все из них были в хорошем настроении до того, как к нам попали. И мне кажется, мы снова разморозили общение, да? Мы дали людям возможность почувствовать, что продолжается жизнь, что они нужны друг другу, что то, что мы делаем, это здорово. Вот один участник мне сказал, что на нашем форуме он понял, что мы достигли уже определенного какого-то уровня, с которого невозможно скатиться назад. Люди увидели, что мы вместе. И вот в этом году мы тоже немножко разморозили общение. Я больше скажу, это была задача форума. Задача форума была дать людям почувствовать, что у нас есть будущее, у нас есть возможности, у нас есть перспективы. И мы можем очень активно, счастливо, деятельно жить. Очень многим людям не хватает ощущения, что их действия, их деятельность кому-то нужны. Здесь они это почувствовали, поэтому горящие глаза. Да, некоторые спикеры, конечно, делились с вами болями, какими-то вопросами, которые еще были не решены, но уже к третьему дню мы точно понимали, что люди, когда они сидели в каком-то своем деле, при этом были одни, придя сюда, они видели коллег, единомышленников, они делились своими болями, с ними делились своими кейсами уже решенных каких-то вопросов, которые для них когда-то казались нерешаемыми, в принципе, как таковыми, и теперь люди смотрят в будущее и понимают, что решаемо абсолютно все, экспертиза и профессионализм всех участников форума говорит о том, что все друг другу помогают, братское плечо рядом, и все будет хорошо. Вы знаете, мы в этом году столкнулись совершенно с новым уровнем вызова внешнего. И, конечно, реакция на такой вызов у людей может быть разной. Кто-то может замереть, кто-то может начать совершать какие-то лишние действия. И это нормально, что такими люди пришли, да, это нормально, что наша аудитория среагировала на все происходящее, потому что наша аудитория – люди действия. Мы всегда говорили, что мы собираем тех, кто реально трансформирует ритейл, реально его меняет. И мне кажется, что вот в этом огромный плюс форума, что люди поняли, что их действия не заканчиваются, что из любой ситуации есть выход. Ну и вообще, наверное, вот эта поддержка в том, что вы правильно говорите, а я уже решил это, а я уже вот это сделал, а мы вот таким путем пошли. Ну, конечно, как сказать, ценность взаимообмена и обмена опытом, ее значение преуменьшать нельзя. Вот это нас тоже очень радует. И еще раз скажу, это так и было задумано, чтобы это случилось. Мы рады, что получилось. Все получилось. Спасибо вам большое от лица всех спикеров и участников. Спасибо вам большое за то, что вы обеспечили нас цифровым следом. Мы надеемся, что в следующем году
будет еще более позитивная повестка. И всем, кто был на ритейл-техе, желаем, чтобы сразу после мероприятия наступили более позитивные изменения в их жизни. А тем, кто не был на ритейл-техе, хотели бы сказать, что, друзья, вы очень многое пропустили. Увидимся в 2023 году. Увидимся в 2023 году.